Ус! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим основные блоки кёкушин карате. Начнем. Миги сочидач! Йой! Жме! Шот! Следим за стойкой. Колени согнуты. Линия от бедра до колен прямая, смотрит в пол. Носки направлены под 45 градусов, перпендикулярно друг другу. Таз подобранный, спина прямая. Начнем. Первый блок. Сэкен, джодан, уке. 45 градусов угол здесь. 45 градусов от локтя до плеча. Корпус развернутый, 45 градусов. Следим за хиките, чтобы локоть у вас не уходил в сторону. Он прямо. Начнем. Эш! Рука вниз, выполняем крест, корпус завернутый, вот отсюда выполняем блок. Ни! Ни! Сад! Рука. Следим за тем, чтобы рука у вас не была над головой, она чуть дальше. Шей! Гоп! Следующий блок. Сото сэйкен, сото уке. Важно, чтобы сэйкен у вас был на уровне противоположного плеча. Корпус развернутый, локоть не был выше, то есть его топим. Между локтем и корпусом кулак. Эч! Движение. Контроль локтем, замах за затылок, руку завели. Следим за тем, чтобы у вас локоть не выглядывал. То есть прячем его, забираем руку на хиките. И выполняем. Ни! Эш! Ни! Сам! Шей! Гоп! Следующий блок. Сэйкен! Учуке! Корпус развернут 45. За локтем следим. Сэйкен на уровне плеча. Эш! Контроль. Рука выпрямилась. И рука на хиките под мышку. Корпус уже завернули, и вот отсюда у нас локоть на локте, руку выносим и делаем движение. Ошибка. У большинства ошибка, что во время блока учуке вы не стараетесь обвести руку. Вы из подмышки таким образом выполняете блок. Неправильно. Обводим руку, выполняем блок. Ни! Сам! Шей! Го! Рук! Сэйкен! Гидан! Барай! Корпус развернутый под 45 градусов. Сэйкен на уровне узелка пояса. Эч! Руку закидываем в голову. То есть недостаточно ее просто сюда поставить. Вы должны ее закинуть, и тем самым корпус у вас заворачивается. Локоть на локте, и вот отсюда. Ни! Делаем движение. Забираем на хите и движение. Ни! Сан! Шей! Го! Рак! Блок! Учуке! Гидан барай! Одна рука учуке, гидан барай! Важно! Учуке на уровне плеча, гидан барай на уровне пояса. Сводим локти. Эч! И вот отсюда. Учуке выполняется снаружи, гидан барай снизу. Ни! Эч! Ни! Сад! Шей! Го! Рук! На урэп! Ос! Рассмотрим упражнение для развития скорости и правильного выполнения блоков. Начнем. Миги санчидач! Йой! Жме! Сад! В следующих упражнениях нам нужно полностью расслабить верхнюю часть. Все, что выше пояса, у нас должно быть полностью расслаблено. Все, что ниже пояса, у нас напряжено. То есть, и представляем, что мы марионетка. И то есть на ветру вот мы. То есть у нас болтается все. Следим за тем, чтобы мы делали. То есть мы были расслаблены, плечевой пояс тоже расслаблены. Это упражнение мы выполняем бедрами. То есть, бедро кидаем, кидаем. И вот отсюда. Нам нужно выполнить блок джодан уке. Как мы его выполняем? Начинаем с правой руки, закидываем ее, левую основную, контроль. Раз,
Блок, кидаем. Раз, раз. И вот отсюда. И обратно. Расслабились. На другую руку. Вниз. Расслабились. Сан. Шеи. Гоп. Ру. Расслабились. Следующий блок. Сото. Уки. Руку закидываем назад. И вот локоть оставляем. И закидываем, сгибаем локоть. Раз. И выполняем контроль. Эч. Ни. И вот отсюда выполняем круговое движение. Блок. Ни. Расслабились. Другой руки. Сам. Расслабились. Ши. Го. Следим за тем, чтобы кидали мы локтем. То есть будет кидать кулаком, у вас рука будет напряжена. Ши. Расслабились. Следующий блок. Секен, учи, уке. Расслабились. Кидаем руку. То есть у нас две руки должны захлёстываться. И вот отсюда у нас заворот корпуса идет. Раз, два, расслабились. Расслабились. Ни. Са. Шей. Закручиваемся максимально. Закручиваемся бедрами. Го. Рок. Следующий блок. Секен. Дан барай. Кидаем руку. Захлёстываем ее максимально. То есть не просто к плечу, мы должны ее за голову занести круговым движением. То есть эта рука кидается, мы выкидываем. И тут у нас заворот идет. Раз, два, три. Заворот. И движение корпуса. Заворот, разворот. И вот отсюда выкидываем с разворотом. Расслабились. И... Сан. Закидываем ее за спину. Шей. Го. Чич. Хорошо. Следующий блок. Учуке, гидан, барай. Здесь то же самое. Раскачиваемся, раскачиваемся. Раз, два. Руку оставляем. Закручиваемся. И отсюда учуки кидан барай. И расслабились. Ни. Следим за тем, чтобы корпус у вас сильно не разворачивался. То есть все равно руки прямо. Го. Ру. Хорошо. Я мы. На ура. Ус. Всем спасибо за тренировку. Не болейте. Будьте с Киокушином. Смотрите наши видеоуроки. Подписывайтесь на наш YouTube канал. Ставьте лайки. Ставьте колокольчик. Не болейте. Будьте с Киокушином. Ус.